Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч между сборной Ганой и сборной Уругвая. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет почитать и сверить с реальными результатами. Итак, мы подходим к завершительному матчу и завершающему групповой этап чемпионата мира между двумя сборными, Ганой и Южной Кореей. Южная Корея, конечно, Гана и Уругвай. Южная Корея играет с Португалией в параллельном матче, но тот матч для нас тоже важен, но разбираем сначала матч Ганы и Уругвая. Гана сейчас идет на втором месте, у них 3 набранных очка, сборная Уругвая делит третью строчку с Южной Кореей, но по факту занимает четвертую позицию в группе. Уругвая нужна здесь только победа над сборной Ганой и надеяться на то, что Южная Корея не победит сборную Португалии, иначе там будут сравнивать Южную Корею и Уругвай по разнице мячей. Поэтому нужно обыгрывать Гану и в надежде забивать много. Ну, а сборной Гане, если я не ошибаюсь, достаточно не проиграть. Там по разнице мячей, конечно, будет сравнение, если Гана сыграет в ничью с Уругваем, а Южная Корея, если вдруг так случится, обыграет сборную Португалии, то там уже будет сравнение также по разнице мячей. Но, как мы видим, после первого тайма сборная Уругвая уже ведет. Если не ошибаюсь, это их первый забитый мяч на чемпионате мира, потому что с Южной Кореей они сыграли 0-0, с Португалией они проиграли 0-2. Поэтому мы видим сейчас, что Уругвай цепляется за все шансы, лишь бы выйти в плей-офф. 63-я минута, Уругвай забивает второй мяч, Раскаэта это делает, и шансы-то хорошие у сборной Уругвая на выход из группы. Луис Суарес на Тореро, и тот забивает третий, и это фиаско для сборной Ганы. Вот так хорошо провели матч со сборной Португалии, немножко там не повезло, до ничейки не дотянули, вырвали победу на последних силах с Южной Кореей, вот так вот 3-0, ну вот гол такой престижа забивает сборная Гана, счет 1-3, не в их пользу, и все, сборная Уругвая одерживает победу и, скорее всего, выходит из группы. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания.